поводу закрытия такой поликлиники, конечно, очень против, потому что, да, потому что и цены, и врачи, где вы еще найдете такое, ну, столько специалистов в одном месте? Я хожу всегда только к специалистам этой поликлиники и членам ее семьи. Таких специалистов, как в этой, нигде в городе нет. Все, кто сюда приходит, они получают квалифицированное лечение. Я знаю ее уже давно и не раз пользовалась, еще с детства, довольно очень сильно врачам, специалистам, поэтому я против. Поликлиника очень хорошая, специалисты высшего класса, много лет тут работают, очень теплое отношение к больным. Ну, мне кажется, что эта поликлиника, это вообще для одесситов, это как палочка-выручалочка, и не хотелось бы остаться вот практически без помощи, потому что сейчас специалистов очень мало в городе. Я думаю, не только меня одну, но и многих возмущает эта ситуация, которая сложилась вот сейчас в связи с известнейшей, знаменитой поликлиникой, да, в городе. И очень обидно, и что ее собираются закрывать. Это будет очень прискорбно, если эту больницу закроют, потому что это, как сказать, последняя инстанция, последний оплот для больных людей, для ветеранов войны, ну и вообще для каждого жителя Одессы.